коллеги и друзья, соотечественники, жители нашей чудесной республики. Ровно 100 лет назад произошло важное событие в жизни чувашского народа. Появилась чувашская государственность в составе Российской Федерации. 100 лет – это век. Это веха. Веха в истории. И это настоящий праздник для всех, кто любит наш родной край, гордится его историей, традициями и обычаями. Мы, чуваши Москвы и Московской области, от всей души поздравляем и желаем дальнейшего развития и процветания нашей республики. И дарим вам наш музыкальный привет.